Шампуни являются незаменимой частью нашей ежедневной гигиены. Женщинам особенно важно выбрать продукт, который, если не улучшит, то хотя бы не испортит состояние волос. Ведь частые сушки феном, окраска, использование стайлинг-продуктов – все это портит состояние волос. Себорея – это заболевание, а значит, лечить его надо под наблюдением врача. Но в любом случае шампунь нужно выбирать специальный. Цинк в составе шампуня имеет антимикробное действие, а экстракты крапивы и плюща снимают раздражение. Пантенол восстанавливает структуру волоса. Использовать шампунь нужно только курсами, в остальное время лучше переходить на мягкие средства.